Литературоведу Владимиру Агрба 80, и он продолжает вдохновенно создавать произведения для абхазского читателя. Поздравить писателя с его юбилеем собрались многие представители местной интеллигенции. Владимир Бабахи Пар и юбилей из Гна, и рейгу хан интеллигенции, хатарнак сфашахикшес, абзира шуксад, и снаг, абас и пшиго, ахтыс бзи, курзухан шуксад, и пшугала казар, и гвам чин шишат и шай. Владимир Бабахи Пар هاي حبتشا وسخن أبجارة تابي فرها زحوز لجراتورة جاتور درجة أتسارة درجة إخا أي حبرت أبي فرها شزحو بس أمي وغوا شنسخي. О творческом пути Владимира Агрба можно говорить бесконечно, в очередной раз доказывая, что писатель является человеком глубоко талантливым, открытым и смелым. Немалая часть его стихов посвящается женщинам, как рассказывают сами представительницы прекрасного пола, которым довелось работать с Владимиром Агрба, он всегда проявляет особое уважение и внимание к ним. Они также отмечают бесконечную многогранность его таланта. Скуяно вот Бабахепа царауи нага дудза. Ицара дырат усура, арай зым дырат ге майдет гухарада. Нере қызшақ ызыны койруаку азырпшуа, убри абрей цырганы шарбап, хакучик аджа азыржа шарбозырге. Владимир Агрба родился 10 июля в 1935 году в селе Кутол Ачимчирского района. В 1959 году окончил философский факультет Сухумского государственного педагогического института, а в 1965 году аспирантуру при Институте мировой литературы в Москве. Год спустя защитил кандидатскую диссертацию по теме «Абхазская поэзия и устное народное творчество». Литературовед, критик, общественный деятель, он автор многих работ, в числе которых монографии и сборники литературно-критических статей. Литература царства, отцаю и уединник, а литература фольклоры, крыша, кылыша и дырвозеров. А вякалат фольклористов, литература царвизеров. Владимир Агрба, арт, аю хархартер, аю дуник, ахеларсу, дара зибзень и дырвой. И ты цауаюм такорчу, а фольклор ахеларсу, а фольклор псабара ишнахуа, а поэзия, а сахаркыр литература и шахнарчу, Азепш, Абхев из Гамту и Ларшина, Асурга Шадабшева. Будучи в почтенном возрасте, Владимир Агрба сегодня с большим энтузиазмом принимает активное участие в общественной жизни страны. Амелия Сатурян, Науран Кваб, Абаза ТВ.